Справки из единого реестра предприятий, в отношении которых возбуждены дела о банкротстве, с 15 мая можно будет получить только по запросу через интернет. За прошлый год по области выдали 6 тысяч таких документов. Подробнее о нововведениях наши корреспонденты. Справки бесплатно, выписки за деньги. Первые выдавали в отделе управления юстицией, вторые – в филиале информационного центра Министерства юстиции. С 15 мая порядок меняется. Теперь будет единая информационная бесплатная справка. Получить ее можно будет только в онлайн-режиме. Субъект хозяйственной деятельности может получить такую справку в любое время дня и суток непосредственно со своего офиса, зайдя на сайт Министерства юстиции, сформировав соответствующим образом электронный запрос и после этого получив информацию в виде информационной справки, затем ее распечатав на принтере, может ее использовать. Если раньше такую справку можно было получить только в отношении заявителя, то теперь и в отношении третьего лица, причем не только по области, но и по всей Украине. Подделать ее нельзя. На каждый QR-код подтверждения проверить можно на сайте Минюста. Бумажные справки будут выдавать до 15 числа. Если кому-то надо именно такую, заявки принимают до 8 мая.